245-й день карантина. Кажется, египетские товарищи меня опять обманули. Я вовсе не 16 гигов интернета купила, а 10. Потому что я истратила 9,5. Вчера стали приходить какие-то сообщения непонятные. И вот что-то ничего не грузится. Сейчас сниму в это видео и попробую его на Facebook загрузить. Сегодня тепло. Вода опять стала теплая. Я даже гидрокостюм расстегивала. Сегодня три Наполеона плавали очень неторопливо. Там мужики их пытались яйцами приманивать. Что-то Наполеоны не жаждали сегодня к людям подниматься. Он просто поднимается, мимо тебя плавает. Но я сегодня хорошо поснимала. Спинорог сегодня там три раза вокруг меня круги нарезал. Я все зубы у него во рту разглядела. Орляк опять приплыл. Неторопливо плавал. Он даже вот сюда на рифы, на мелкую часть выплыл. Там сегодня у людей восторг у всех. Потом приплыли аквалангисты. Почему-то кончились все рыбы. Не знаю, с чем это связано, но каждый раз стоит приплыть дайвером, и рыбки заканчиваются. Сегодня смотрите, какие красивые облачка. Наверное, закат опять будет красивым. Хотя я не уверена. Прям вообще классно. А, рассвет я сегодня проспала. Я забыла поставить будильник. И мы спали до без 5-7. Даже опоздали на завтрак. Ну вот все, что знал, рассказал.